Всем привет, дорогие друзья! Все, как всегда, я Амирхан Пронати. Вот этот вот чел, правда, без У почему-то. Ну ладно. Сегодня мы поиграем в зомби против России. Ну где ежедневные квесты? Точнее, ивенты. Что это такое? Ой! О, точно, вина тут будет. Какой-то боч. Какой-то, блумеран. Я до сих пор не знаю, почему буду. Где 7 day strike? Две перчатки. Ребят. Пинат. 6 пинат. Офигеть. Офигеть! А, это 6. Все, еще 2 осталось. 2, все, да? А? Что? Офигеть. Ребят. Кстати, мне... Я смогу получить это дерево факел. Это очень классная штука. Его можно получить... О, пинатопати, сейчас поиграем. Это что такое? Ай, пофиг. Сейчас я ищу пенату. Стоп. А, вот растение. Растение. Вот, смотрите, его только за деньги можно получить, а я его получу бесплатно. Так, с пенату пати. О! Сколько ему? 5, нормально. Мне две перчатки дали, а я не могу пойти туда на ивент. Ладно, ничего. Поживем, узнаем, попаду ли я туда вообще. Короче, это я не знаю, куда буду ставить. Кстати, ребят, спасибо, 9 просмотров. Все с подпиской смотрят. Огромное вам всем спасибо. Не спрашивайте, почему я так ставлю. Мне виднее. Ой, здорово, рояль. Потому что я смотрел свои видео, меня вообще не слышно. Сейчас
детское видео посмотрю. Вот три гема, и сейчас еще один дадут за квест. Короче, ребят, вы, возможно, скажете, а зачем? А, все, это я не выполнил. Ну ладно, все три задания, которые мог выполнить. А давайте просто по всем картам сейчас пройду по одному разу и получу двух петов. Точнее, двух петов. Конечно. Ладно, и получу двух животных. И получу двух растений. Вот! Ребят! Не, ну тут эта штука бесполезна. Может, это поможет. Ну, все. А это чего же такое? Дынь-гынь-дынь. Вот мне вот эта штука очень сильно нравится. Очень классно. Капец, тут бобры, конечно. Ребят, это лучшие газоны. Газонки в мире. Пасть недорого. Газон красивый, бобер. Так, ребят, короче, мне супер диско позвонил. И сейчас я ему сказал, что я снимаю видео, потом ты тоже поэтому. Он ничего не ответил, не знаю. Слышите? Чё? Вы меня слышите? Да, они тебя слышат. Я же не эту телефон снимаю. Ой, картошку надо ставить. Блин, я... Почему я говорила раньше, что это арена? Ой, нет, почему я раньше говорила это... Не, ну... Ребят, я лучше. Просто. Так, все. Че? Да ничего. Быстрее бумеранг. Ну просто капуста почему-то не хочет растапливать картошку. Да блин, не хочет растапливать орех. Вот сейчас я морд. Кажется, не успели. Короче, просто вот так вот. И все. Так, все. Смотрите. Ладно, так. Блин, ребят, соскочила. Не, реально соскочила. А ты можешь мне показывать, как ты играешь? Ребят, если что, мне так достаточно много, я просто делаю телефон в руке и ему показываю. Ну да, круто, мышка. Картошек не жрите. Найди вам масло. Все. Масло всему голова, ребят. Запомните. Еще картофель. А можно мне попробовать? Ребят, вот такая вот у нас картофель. Как она так? Картоха! Все. И я нашел замену. Ладно, ребят, теперь я могу. А,
Я смогу на арену попасть. Не, выход на карту. Ребят, куда пойти, куда пойти? Не, ну я, знаете, куда хочу пойти? На турниру пойти. Чё? На турниру пойти. Чё? На турниру пойти. Так. Вот это же по миру, только я не хочу туда идти. Ну давай, далёкое будущее. Спасибо. Спасибо. А, у меня два ростка? В смысле? У меня же был только один. Поливай. Да поливайся ты, чёрт. Пить не хочешь? Вообще уже жму. Вообще уже. Как у тебя ростки? Пить не хочешь? 28 демов. Бесплатные денежки. Ребят, классно. Хэппи мод? Че это такое? Да нет, спасибо. Сейчас один раз сыграю. Я пойду на арену. 4000 лир. Я знаю, что сейчас будет. И сейчас сразу два выстрелю. Конечно, не сразу, но выстрелил бы два. Через один листочек. Ты всех слушаешь? Чё? Я видео снимаю. Ребят, короче, я обучение прошел. И сейчас я прокачиваю. И еще вот. А снизу какие-нибудь растения могу прокачать? Не, не могу. А эта штука тут запрещена, у меня ее даже нет. А вот эта морозилка... Блин, ген. А, вот эта морозилка запрещена тут. Поэтому я... Поэтому я все, ничего не могу сказать. Ладно. Так. Мина, прощай. И заморозка, привет. Мина, это можно сказать заморозка. Ладно, пусть пока это тут стоит. Ты чё? Может мне отключить, чтобы ты не мог видеть, что у меня происходит? Видео все посмотришь точно, понял? Если тебе это подписки, то подпишитесь. Я
ладно, следи. Как вы видите то, что я за вами слежу? А реально, а как? Знаете, как у него вопрос? Как у него голова разморозилась? Вот у меня такой вопрос. О, лазерный бог. Ладно, все, погнали. Выходим в карту. Короче, видео включай, потому что мне неудобно. Рука уже затекает. Давай сейчас посмотрим. И сейчас я... Ивенты! Все, я могу наконец-то на арену проходить. Давайте эпик квест. Я знаю эту штуку. Ну, арену я за записи пройду. Хотя, нет. Одну как бы сыграю и дальше на арену. Все. А мне тут сверхострел? Нет, ладно. Сейчас все. Ой, блин, я... Короче. Короче, все, поставьте на следующее видео. Вот так вот. Я поставлю, потому что видео мне нравится. Но я не понял нифига. Короче, это практик игру. Знаете, что тут нужно делать? Ты за свои деньги сражаешься. У кого будет больше баллов, тот твой. У кого будет больше баллов, тот победит. Но баллов у вас будет одинаково. Когда ты поднимешь балл, сразу же он поднимет. Потому что это твоя деньги. Типа ты сам с собой сражаешься, и ты себя никогда не победишь. Если у тебя будет всю игру ноль, то у твоей тени тоже. 10 гемов дайте, пожалуйста. Yes, солнышко! Вау, бух. Все, солнышко такое тебе. Ладно, все, я пошел. Осталось на арену сходить и все. А это я пройду за записью. Хотя не, я сразу два видео, наверное, сделаю по видео. Так, а что я хотел? А, арена точно. Урена. Ребят, все в порядке, у меня нет сизы. Я король вообще-то. Опять! Перчаток. Ладно, мы ничего не слышали. Ой, капец, мне было самое. Что это такое? Ладно, попробую получить это на запись. Это что такое вообще? Че это слыхалка такая странная? Чем она дышит? Лучше мне такого не представлять. Ну хотя растения же землей дышат. Ай, ладно, пофиг. Так, следующая игра.
Не, ну я думаю, это заменит бумеранг. И давайте поставим. Солнышко тут, наверное, нельзя... А, да, солнышко нельзя поставить. Значит, мина. Все. Тут больше нечего ставить просто. Вот, знаете, почему я убрал бумеранг? Потому что у него плохая эффективность. То есть у него эффективность хуже, чем у других растений. Ты чё, дубинку? Бери свою. Я видел там дубинку. А они что делают? Знаете, у меня такой вопрос. Они что делают? Вы чё, не пугайте? Пацаны. Да на... Молодец, поставил доску. Ровно. Ничего не скажешь. Чё? Какой? О! Шампунь бум! Майсинга! Скажи перфект! Капец! Блин! Что делать? Что делать? А! Шампунь бум! Майсинга! Спасай! Классно. Ну, для меня. А потом мне за 30 корон что дают? А потом мне за 30 корон дают... вот это да. А потом мне за 10 корон... Ой, за 30 корон дают 50 демов! Капец! Не, ну Искандер, наверное, не поймет. Так, я тоже немножко подъеду. Я просто попаду. Супер Иска, какой Искандер? Че? Точно, супер риска, я забыл, извини. Все? Короче, там все. Короче, я сейчас все сделаю. Я продупил, я пожалуй выйду. Нет, я пробу. И все. Ну ладно, что? Нет, там тоже нормально. Просто я походу. Так, сюда, значит,
поставим горохострела. Блин, не горохострела, а кукуруза-стрела. Ребят, ставьте лайк, кто ничего не понял. Я тебе сейчас скажу. Все. Что? Вообще все равно, что? Что? Я сейчас схавать буду. Ничего. Я ничего не понимаю. Ребят, не кажется ли, я отстала от этой игры? Чё? Черепок. На, держи. Нормально? Ой, капец. Мне кажется, я от этой игры что-то плохо отстала. Капец, ребят. Я не ожидал от этой игры такого. Блин, я случайно не играл. Сыграем последний раз. Летсплей. Сейчас я точно выберу самую крутую. Может быть, эту заставку выбрать точно. Не, я лучше корону. Сейчас я буду короче. И сейчас я возьму горохострела. А это вообще не работает. Видите, это если что, вот это вообще не работает. Вот эти штуки очень сильно работают. А электрические штуки вообще не... Ой, слабо работают. А у меня нет электрических штук. Ладно, ребят. Так. Давай быстрее. Я почему-то всегда первым вперед вырываю. Так. Молодец. Так. Блин, солнышки, вы где? А зачем их делать? Короче. Так, кажется, я... Ну ладно, давайте, встаём. Так.
Вот такие у меня сейчас мысли. Всем пока, кедова!